или 17. Но, собственно, вот у Стаса... Точно. У кого что было 10. Слушай, я люблю, может, идти поработать, но точно у наших друзей в Америке, в Силиконовой долине. Ну, короче, в 5 это тоже неплохо, это делится на 2. 7 это... Это все будет неплохо. Да, все отлично делится. Главное, чтобы была любовь в сердце и желание счастья всем. Прежде всего, конечно, наверное, мальчик. Я имею в виду, которые родили отцы, да. Но не буду рассказывать байку, все, кто был у нас на концертах, примерно знают, о чем идет речь. Но не буду волновать тех, кто, может быть, хотя бы изучает впервые. Песня посвящается все-таки отцам, которые уже отцы. Отцам, которые ждут ребенка, и отцам, которые еще не в курсе. Вот. Ну и, собственно, отцам, всем отцам, у кого девочки, потому что девочки – это самые лучшие. Это красота, которые эти глаза – океаны, которые дают нам жить в этом безумном мире и оставаться сильными. Парни! Короче, для вас. Моей девочке 10 лет, 10 лет от судьбы взаймы. Как я вытащил счастливый билет у созвездия близнецы. Моей девочке 10 сил сохранил стрелец. Счастья больше в мире нет. Хорошо, что доживал отец. Я спускаюсь по мостовой, по морозной веселой дне. Это счастье, иди домой. Хоть по Ямскому, хоть по Сумской. Совсем небольшой, но по ним играли я и тебе. В общем, номер совсем неплохой. Моей девочке 10 лет. Я пойду поболтать с судьбой, чтобы не было с ней бед. Я их всех заберу с собой. И я спускаюсь по мостовой, по морозной веселой хмелю. Это счастье, идти домой, хоть по Невскому, хоть по Тверской. Веселый день.